меня узнать никто не может. Нынче детишки и вовсе не читают книжки. Нынче детишки там просто о нас. Вот лицо мое не вспомнится, эта встреча вам запомнится. Кто здесь духа безмятежного, не боится завтра снежного, не страшусь тогда холодного, и ветру студеный струй. Так мне руку не откажется, станцевать со мной отважится. В этом полночном вагоне мой получит поцелуй. Ёлка сияет, и дивный праздник обещает. Ну что ж вы знаете, раз, два, три, раз. Но замечаю, меня по сутки не встречают. Ах, нет, не встречают, раз, два, три, раз. Кто же с пропастью расстанется, пригласит меня на танец. Классный карнавал, каждый наряжается как хочет. Вот моя рука. Смелый, изящный, ну просто разве настоящий? Ну что же, станцуем раз, два, три, раз. Но замечаю, не первый раз тебя встречаю. Разреши тогда задачу, ты про метлу печь горячую. Задачу? Какую еще задачу? О чем вы говорите? Слыми светом не закружится, пасек лесни поягружится. Заметя поля широкие, околуются кругом. Станет хворыми ссорами, заморозными узорами. Сердце холодом опутает, дрожь сотодели льда. Ты еще не узнал меня, Кай, но я не слышусь на тебя. Неужели вы правда? Вы есть? Не может быть! Глупенький Кай, ну поехали со мной. Что такое? Есть какие-нибудь новости про ребят?